Всем доброе утречко. А кто рано встает, тому Бог подает. А кто уже в масочке, уже при делах. Всем хорошего дня. Покасики. Иосиф Оганесян, тебе тоже доброго утра. Иди занимайся своим спортом. Увидимся. Дорогие друзья, Илья Владимирович приболел. Кто да. чем может, пожалуйста, помогите. Помогите. Номер Сберкарты я скину в прямом эфире. Да. Любую помощь мы принимаем, друзьяшечки. Да. Мы простые шоколадки, люди. Мы не гордые. Шоколадки. Какие шоколадки тебе нельзя? А, нельзя, да. Тебе только супчики надо, супчики, икру да. черную. Суп не везите, только если да. я деньгами Деньгами, беру. Конечно, деньгами потому беру. Что ты суп ешь из красной я рыбы. Мы берем деньгами, покасики. Папарацци. Я не знал, друзья мои, забываем про ТикТок, подписываемся в Инстаграм. Йосенька, говорят, в ТикТоке сидят одни дураки. Как ты считаешь, твое мнение? Я считаю, дуракам всегда везет, правильно? Правильно, Йоси у нас самый главный дурачелла. Правильно, я согласна полностью. А я тоже, я не отрицаю. Покасики. Пока. Я не понимаю одного, как он стал ведущим. Вот так. А как? Через постель? Это судьба. Я знаю уже. Весь интернет. Через ну, наконец-то он сказал правду. Извините, а с кем это было? Простите, покасики, друзья мои. А мы вот с Левушкой решили Ебарову подарить клизму. Чтобы он ставил клизму, и у него вся болезнь, весь недуг прошел. Правильно, Левушка? А ты думаешь, поможет? Я думаю, я надеюсь на это, что поможет. Тогда подожди. Илюшенька, жди, клизма приедет скоро. Да. Дорогие друзья, какой кто переживал красивый. За Данечку, вот смотрите, с ним все хорошо, все в порядке. С Танечкой они не помирились. Вернулся на проект. Вернулся на проект. Все уходя, хорошо. Уходи, конечно. Я говорю, ну ладно, приходи да. тоже, мы тебе всегда рады. Поэтому, друзья, смотрите эфир и все узнаете. Колбаса дорогая, я вернулся. Вот как ни странно, у меня всегда все красивые. Даже Сахнов говорит, Наташа, я у тебя такой красивый в сторис всегда. Да? Да, что вот я рукой трясу. Сплетни какие новые. Давай, ну что ты, Виталика ждешь? Говорят, он с китаянкой там уже снюхался. А вы достали за китаянкой? Так это не я, это Ебаров сказал. Это Ебаров сказал. Нет, он со мной. Виталик, мы тебя ждем, мальчик наш. Прилетай быстрее. Покасики. Приехал на любимое шоу. Наш главный профессионал по зрителям Серега здесь рядом. Любимое шоу, лучшая команда на российском телевидении. Как всегда, красиво, уютно, комфортно.